самый разгар рабочего дня в мясном. В центре рабочего поселка Умёд покупатели один за другим. Чаще всего спрашивают свежую говядину, а еще котлеты и пельмени. Тут каждый день свежие. И сюда я часто. Не часто, но бывает. Нравится мне тут. Владелец торговой точки Алексей Ковылов подтверждает, на витринах только свежая и качественная продукция. Это предприниматель успел доказать многим с 2010 года, когда решился на открытие собственного дела. Убежден, что самое вкусное натуральное мясо можно найти только в деревнях Умёдского района, с личных подворий и возит свою продукцию. Забой мы производим сами, потом везем. У меня дома стоит большой холодильник, тот, который основной, где мы охлаждаем уже тушами мясо. Потом каждый день в 5 утра у меня стоит будильник, мы едем туда, старший сын мне помогает в этом. Там где-то 5:30 утра мы уже находимся в холодильнике, рубим столько, сколько нам нужно на день мяса и везем уже сюда к себе в магазин. Старшенький Дмитрий – главный помощник отца. Впрочем, за мясной бизнес, что называется, болеет вся семья. А она у Алексея многодетная, к слову. Как глава такой дружной ячейки, в прошлом году предприниматель получил дополнительные средства на развитие дела, что позволило значительно расширить производство. Сотрудники соцзащиты предложили нам соцконтракт. Мы подумали и решили заняться этим вопросом. Защитили бизнес-план. И нам дали 250 тысяч на развитие нашего дела. На эти деньги мы приобрели витрину холодильную, морозильную камеру, мясорубку, большой моноблок для общего охлаждения мяса. Ну и как бы эти средства нам очень в этом помогли. Объемы производства полуфабрикатов сегодня увеличились за счет социального контракта. В магазине полностью решили вопрос хранения продукции. Между тем, эти средства можно использовать и как стартовый капитал для открытия собственного дела, для ведения личного подсобного хозяйства, а также для получения новой профессии. Так, в прошлом году в регионе заключили свыше 300 соцконтрактов по поиску работы, 200 на развитие ЛПХ и почти столько же на открытие бизнеса. Сейчас в мечтах у предпринимателей приобрести собственное здание. Это помещение они арендуют. Расширение площади позволит нанять дополнительных сотрудников, а значит создать рабочие места. Не исключают, что развиваться и расти будет и сама многодетная семья. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, «Область новостей».